Я представитель Краснодарской комендатуры. Спасибо за поддержку. Ну и везите еще. Везите еще. Находимся в городе Антраците Луганской области, комендатура от Луганска. Большое спасибо за то, что это привезли, помогли в чем-то. Ну, на данный момент нам надо теплые вещи. Так это что вы размерчик? Да где ты взял же? Спасибо товарищу Сталину за наше хорошее детство. Такие. Да, один в один только цвет. У вас пояс камуфлирован. Большое спасибо. Разгрузки хорошие. Рюкзак. У меня нету 200. О, Лёв, рюкзачок. С карманами, все как положено. Парни, вы лучшие. Вот это босяцкий подгон, а? Парни, что бы мы без вас делали, а? Я вас умоляю. Ладно. Лёв, кому ходишь, мелочь. Это уже зимнее почти. Сядешь. Короче, парни, мы теперь не замерзли. Да? Всем богатым товарами. Пойдемте посмотрим. Это то, что я просил. Ага, я понял, бушлаты. Следующий, подходите, что там? Рации. Это говорю сюда, рации, подойдите сюда, за начальник. Ага. Мне удобно, они легенькие такие, но удобно. Я понял, я хотя бы переодену тех ребят, которые будут выступать в роли разведчиков, милиционеров. В общем, наших спецгрупп. Вольно, сынки! Вольно, сынки!